Всем привет, друзья! Мы находимся в BMG Drive. И смотрите, здесь стоит... Опа! Вот такой вот перегородил нам дорогу вот такой вот автобус, да? И есть у нас здесь трамплин, который мы, ребята, будем стараться проехать. Давайте мы его сейчас вот так вот сделаем. Немножечко, чуть-чуть совершенно. Чтоб... перепрыгивать наш автобус. Вот так вот. Не знаю, хватит ли расстояния, конечно. Ну и, конечно же, наши тестируемые автомобили. Давайте посмотрим. Так, это у нас желтая Волга с турбонаддувом стоит мощный. Потом, значит, наша скорая помощь здесь стоит. Амбуланс. Дальше гоночный автомобиль вот такой вот красивый. И служба доставки BML. Не знаю. Ну, вот так вот, такие вот машинки, и мы сейчас будем их тестировать, ребята. Вот такая вот история. Ну что ж, я думаю, давайте посмотрим на наш первый тестируемый автомобиль. Это у нас будет Волга с турбонаддувом. Ну что, поехали? Ох, какая Волга, ты подумай, а? Какая она быстрая. Подожди. Поехали. Нам нужно перепрыгнуть будет сейчас. Автобус. На максимум едем. Опа! Нифига себе, ее куда-то в другую сторону совершенно. Ну, перепрыгивает, смотри. Замечательно, замечательно. В хорошем состоянии тачка. Ну, не сильно в хорошем, но она хотя бы продолжает ехать. Да, прикольно, прикольно. Так, давайте теперь тестируем следующий автомобиль. У нас на тесте скорая помощь американская, ambulance. Давай попробуем ее протестируем. Разгоняемся и едем. Посмотрим. Я не знаю, что я еще не протестировал, как проедет эта тачка. Ambulance. Она тяжелая, машина. Это грузовик практически, ребята. КамАЗ на колесах, КамАЗ, который везет больных. Опа! Она сдвигает. Сдвигает нашу конструкцию. И не смогла проехать. Давайте конструкцию вернем назад. Повернем. Ух ты! Тяжело ее поворачивать, да? Сейчас разберемся, где зацеп возьмем. Так, зацепик. Я ничего отсюда не вижу, ребята. Надо поближе подъехать. Так, вот у нас первый зацеп. Ну, что-то он... Да, все, взяли мы зацепик. Сейчас повернем нормально ее. Вот так вот. Все. Меняем тачку тогда уже. Следующая наш. Ох ты, красавец, гоночный автомобильчик. И поехали на нем. Как он себя ведет на дороге. Да. Французский. Это точно французский автомобиль. Гудок у него французский. Такой вот. Как из старых фильмов. Опа! Нифига себе. Ребята, я даже ничего не успел сделать. Тачка наша разбилась. Но, походу, мы не смогли перепрыгнуть автобус. Батюшки свет. Так, ладно, следующая тачка у нас служба доставки. О! Это американец, американская тачка. По сигналу видно. Из грузовика достался. Сигнал, сигналочка. Так, оно. Все, поехали. Попробуем перепрыгнуть автобус. Опа! Отлично, отлично. Смотри, как она взлетела. Машинка. Офигенно. Просто офигенно. Перепрыгнули. Все-таки мы автобус. Но что-то пошло не так. И машинка у нас улетела далеко-далеко-далеко. За пределы трассы. Но, походу, сейчас я проверю.
будет ли работать движок. Нет, движок работает. И колеса поворачиваются. Фига себе, да. Служба доставки, она оказалась самой мощной, самой прочной машинкой из всех, которые мы тестировали. Сейчас мы протараним машинку вот эту. А, это наша первая Волга вонючая. На тебе. Сейчас мы ее протараним. О, куда ты? Куда ты убегаешь? А, смотри, она убежала машинкой. Ладно. Так, ну что, я думаю, можно протестировать еще раз тачки, почему бы и нет. Давайте вернем назад все машинки, которые у нас участвовали. Так, это у нас автобус. Также он продолжает стоять. Так, там даже пассажиры и водители есть, представляешь? Ладно. Так, это у нас что такое у нас? А, это трамплинчик. Ну что, поехали на Волге. Слушай, а если... Знаешь, что я придумал? А если не в трамплин нам пользоваться, а просто мы протараним сейчас автобус? Вот это мне интересно. Как сильно протараним ли мы автобус вообще? Машинкой этой Волгой. Так, на трамплин тогда не идем, не идем, не идем. Опа! Удар. Неплохо. Неплохо мы протаранили автобус. Мы его сдвинули с места, ребята. А это что такое отлетело? Дай-ка я посмотрю. А, это у нас от крыло от Волги отлетело. Нифига себе. А что у нас там с водителем автобуса? Ну, что-то он руку, мне кажется, сломал. Руку, нет? Так, пассажирам вроде бы ничего страшного не произошло. Здесь, конечно, там задымление идет. И на носу я вижу какая-то полосочка. Видимо, где-то поцарапался, нет, да? Да, у него, получается, в его сторону попал удар весь. Так, ну ладно, интересно, интересно. Следующий наш грузовичок такой. Скорая помощь. Поехали на скорой помощи. Так. Все, поехала, поехала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Все, едем. Давайте за кабину сядем. Эх, главное у нас сейчас это самое. Держаться левее. И постараться в автобус все-таки заехать. Едем. Так, немножко левее и правее, прям в автобус. Опа. О, все. Машинка отъехала свою. А какой там удар был, я не посмотрел. Офигеть, ребята. Все. Так, скорая помощь вышла у нас из строя. А я сейчас полечу, пойду посмотрю, как у нас там. В принципе, только эти дверки открылись, да? А особого удара и не было. Ну, тут, получается, лампочки сломались там. Ладно. Так, ну что, что у нас там? Следующая тачка. Скоростная машинка. Вот она, интересно мне. Посмотрим, как будет пробивать. Вот это она точно пробьет. Скорость-то дури-то у нее много. Все, едем. Пробивать автобус. Так, ускоряемся, ускоряемся. И сейчас мы попробуем с этой, с правой стороны стукнуться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда, куда, куда ты полетела, машинка вонючая? Да. Съехали. Съехали рано слишком. Значит, надо нам правее не держаться. Иначе ничего от этого хорошего не происходит. Мы будем держаться левее, где у нас находится трамплин. Справа будет... Ну, сейчас получится, как мы на Волге проехали, так вот мы на этой машине сидели. Все, только резко мне надо будет затормозиться. Опа, все, смотрим, куда она бьет. Офигеть, она прям подлезла под автобус, ребята. Офигенно, просто офигенно. Что у нас там это находится в автобусе? Дым какой-то, дым. Ну, это у нас этот коптит. Волга коптит нас так. Так, ладно, следующая тачка. Служба доставки.
Так, она у нас мощная. Ой, ты куда поехала? Алло. Давай, на дорогу выезжай. Сейчас пробуем тестировать уже вот этот автомобильчик. А, служба доставки американская. Теперь мне нужно как-то вломиться в автобус. Вот здесь я сразу направо поворачиваю. И смотрим, ребята. Вот такой вот ударчик был небольшой. Небольшой ударчик, совершенно небольшой удар. Хотя я разгонялся сильно. Только у нас одна амбуланс, да, улетела черти куда. Да, вот такой вот удар. Вот такой вот тест машинок. Вот это вообще, смотри, мне нравится. Она просто залезла под автобус. Вот так вот у нее движок здесь видно. Нифига себе. Да. А пассажиры? Что с пассажиром? С вот этим передним пассажиром. Давай посмотрим. Так, вроде нормально. И с тем все нормально. Ноги целые. Так, а водитель. О-о-о! Водитель вроде бы тоже. Ничего, нормально. Он видишь, был застрахован этой страховочной лентой. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока.